После долгих разговоров, выходя на Божий свет, тяжкий груз горящих споров нес Роман держать ответ. Камеры и диктофоны, вспышки, запах сигарет. «Эй, Роман, скажите слово, вы ответите или нет?» «Почему же не ответить? Я всю правду расскажу». «Да, Европа нам не светит, да она нам ни к чему». «А пенальти не забили? Что вы думали тогда?» «Думал о своей России, про поля и города, про родимую сторонку, про ухабы и грибы, про любимую тушенку, про надежды и мечты». И, взглянув широким взглядом на ворота пред собой, слышу голос Халка: «Дай я!» Обрубило все косой. «Как тебе понять Россию? Все испортил бусурман. И кладу свою мессию к базиликовым ногам. Все должны заняться делом, мы с Сашком пенальти бить, а товарищ загорелый нам победы приносить».